Команда телерадиокомпании «Могилёв» вернулась с фестивалю «Поза эфиром» с узнагородами. Штогод коллективы телерадиокомпании из всей страны разом с командой «Бел» телерадиокомпании собираются разом, как у неформальной обстановке поспоборничать у спортивных и творческих конкурсах. За коллегами «Поза эфиром» назирала Надея Мяшкевич. Лес, палатки, ежа с котелка и непрацовный настрой. Так провели минулые выходные работники телерадиокомпании «Могилёв». Фестиваль «Бел» телерадиокомпании «Поза эфиром» ладится что год. В 9-й раз тут сустракаются телевизионщики и радыщики из всей страны. Неотъемная частка фестивалю – спортивные споборництвы. Миновито тут проявляется командный дух. Могилевские медыщики сгуртовались и, как выник, у наших гоноровое другое место – у волейболе и эстафете. Подчас презентации лагеру наша команда витала всех на Могилевской культурно-космичной станции. Теле- и радиоведущие проводили опыты, частовали космичной ежей. Браво! Под час творчего конкурса на сцене ведущие телебашення и радио, а так само те, кто звучайно застается поза кадром. Жарты, танцы, песни. Наше выступление стало соправдным шоу. По сумме у всех конкурсов фестиваля перемогли наши коллеги из Витебска. Команда телерадиокомпании «Могилёв» трапила у тройку лидеров и у черговый раз подтвердила – мы одни из лепших, у тым лику и «Поза эфиром». Надея Мяшкевич, Катерина Балукова, «Новини регион».